Первым начал действовать животноводческий комплекс для крупного рогатого скота в совхозе Семеновской. Здесь все процессы от приготовления и раздачи корма до отправки молока на завод механизированы. Мы знаем, в недалеком прошлом пытались механизировать отдельные процессы труда в доении. Появились системы «елочка», «карусель». Но такого экономического эффекта, как сейчас, не было. После ввода в действие этого комплекса производительность труда животноводов уже в первом году увеличилась в 1,5 раза. Значительно снизилась себестоимость молока.